15 ноября 2021 года принято постановление Совета министров и Национального банка Республики Беларусь номер 647-11. Данным документом введена обязанность с 18 мая 2022 года при осуществлении розничной торговли продовольственными товарами на торговых местах на рынках и ярмарках прием наличных денежных средств осуществлять с использованием кассового оборудования. Субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно приобрести кассовое суммирующие аппараты, либо программные кассы, и заключить договор с республиканским унитарным предприятием информационно-издательский центр по налогам и сборам на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования. В целях создания комфортных условий перехода на использование кассового оборудования и недопущения приостановления своей деятельности, субъекты хозяйствования вправе принимать наличные денежные средства при продаже товаров без применения кассового оборудования до 1 июля 2022 года, но только при определенных условиях. Данное право будет предоставлено только тем субъектам хозяйствования, которые до 18 мая 2022 года заключат договоры на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в СККО, в том числе путем подачи заявок на подключение конкретных единиц кассового оборудования, и которым информационно-издательским центром по налогам и сборам до 18 мая 2022 года не будет обеспечена возможность подключения кассового оборудования к СККО. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.